На юго-западе Екатеринбурга и днем, и ночью самосвалы привозят грязный снег и сваливают его на пока еще незастроенном пустыре под окнами многоэтажки на улице Ночдива Васильева. Местный люд от отчаяния даже пытался перегородить въезд и выезд КАМАЗов легковушками. Один из храбрых протестантов, бросив свой автомобиль, тормознул одного из самосвальщиков и пытался по душам поговорить с ним. Но тот, как утверждали позже очевидцы, дюже осерчал и, ни слова не говоря, уехал во свояси. Жильцы дома, устав от стихийного протеста, с бесполезным, судя по всему, стоицизмом на дороге, ну в самом деле не бросаться же под грузовики, взялись за пресловутое перо и написали жалобы во все надзорные ведомства, в том числе в прокуратуру, в мэрию и в Роспотребнадзор, утверждая, что снег у них под окнами, непонятные самосвалы сваливают уже вторую неделю подряд. Чиновники из ратуши в ответ на претензии горожан заявили о том, что сыпать снег во дворах запрещено и нужно пожаловаться в префектуру, уточняя, что в каждом из районов города есть свой снежный полигон. Пресс-службы мэрии в комментариях порталу Е1 сообщили, что, судя по видео, это точно не самосвалы ДЭУ. Хотя издали, поди разберись, кто втихушку сваливает здесь снега. Квартальные с конца прошлой недели следят за пустырем. С высоты птичьего полета законные кладбища для снега выглядят так. На легальных полигонах снег трамбуют бульдозерами. И все с высоты выглядит более-менее благообразно. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.